Это обязательное условие убийства. Заходит на лужу. Потом, когда лужа разбилась, он выбирает другую цель. Будет также сбита сферка в районе квадрата. В этом месте уже закинет боб Сацуна. Сацуна. То же самое, человек, которого выбрал Ануб, становится перед лужей, ждет окончания боба 2 секунды и забегает на лужу. Третий же человек просто убежит в сторону речки и раскачет Ануба. Весь остальной рейд в этот момент, когда Ануб зарывается, уже выбрал цель, они вот так все бежали лужу, РДДшники. Я вам поставил две метки, печенька. А, сейчас поставлю. Две метки стоит. Печенька, даже три поставлю. Ромб. И... И луна. Вот эти три метки будут вас водить. То есть вы все перебегаете за лужу и играете все по трэшу. Обязательно по трэшу. Также много стаков на мелких не набираете. Смотрите потом такой момент. Когда ну там зарылся, разбил ромб, вы, РДДшники, уже изначально сюда выбежали, чтобы вот эту лужу не разбить. Мелики тоже стали на краю лужи, чтобы тоже не разбить вот эту лужу. И побежали в сторону квадрата. То есть первый раз мы взрываем ромб, второй раз взрываем квадрат. Потом он выкапывается, мы опять его бьем в трусах. Бьем в трусах. Бьем в трусах. Потом он опять также напуливаем мобов, опять закапывается. Уже первый побежит Майлик закидывать бомб. То есть Майлик третий закидывает в район ромба. Четвертый человек у нас, так как у нас три паладина, просто взрывает квадрат. Просто взрывает квадрат. И будут еще разбиты две сферки, и взрывает там еще две сферки. Будет разбит еще типа две. Два последующих человека. То есть нам нужно будет второй раз перевести за три сферки Ануба. Четвертый человек должен раскайтить. Это первый момент. Второй момент. На третьей фазе первый отдаст сейв Падаван, Icebound. Как закончится Icebound у Падавана, Good Help, ты нажмешь Массакру Bubble. Потом после тебя нажмет Мейлик. Сацуна отдаст первый мастер аур на лед. Вы сейчас все разбегитесь, кроме Мейлика. Нажмите все лед. Сацуна и Good Help. Также. Андрюха, как там хэпа вам хилить? Через частицу Петю всегда? Андрюха. Да, На третьих. две частицы на пять. Две частицы на Петю, и там придется вам, пацаны, пиздец как хилить. То есть не останавливаясь, хилите. Очень жестко придется хилить. На третьей фазе сильно очень прогибает. Очень сильно. Так, теперь все пьют сопроты. Сразу. Дайте Первый фаз. крест под рулям. Там будет... Давай, Сацуны отраздашь потом каски, допустим, а вот Не-не-не, хелп. все раз, все это И я. все, кроме бога, крест только что дали, все. Все. Зачем тебе микро размучивать? Саша, боб ждать, не ждать, или по команде, или как? Боба ждете. Боб обязательно должен быть. Если Боба не будет, у нас три Давай. Боба есть. То есть на закопке. Я буду говорить, когда, ну, типа, кто бежит, Боб там разберетесь сами. На лужу не заходите, пока Боб вам не закинули. На первом зарывании два Боба будет, на втором зарывании один Боб. И потом будет за два раза нужно две лужи и раскаетесь. Сань. Да. Кстати, четвертую можно поймать ДЦСом, Саш, вопрос. сейчас изначально закидываю. Ну, посмотрим. Попробуем один трай так без эсэсов, потом с эсэсами. Да, вопрос. Ну. Смотри, Саш, мне в мили-зоне можно стоять? Ты в мили-зоне не будешь стоять. Так. Пида. Что-то еще хотел спросить. Ладно. Там паладины ауры поставьте, а тут коня Я висит. поставил. Вот Хелп, Сасуна, ты спрашивал по МКшкам. Килнекс закинем кашку на бойчика, бойчик на бавку, я на... Нет, Килнекс давай на притона, определенно на бавку, бойчик на черного. Вот. Да, шлите две частицы. Притон есть. Вот, кинь бафку, я кинь Чернобыля. Так, а два же щитка нельзя, да, по-моему, кинуть на...
Нет, два щитка нельзя. Ну давай один, тогда я на хите буду держать, а ты по рейду там кидай. Ты свой щиток себе в попу засунь. Вообще не вешай щиток. Вообще хитки не вешай, хитки на себя закидывай. Потому что будешь проседать там пиздец, увидишь, что в третьей фазе хилить нужно очень сильно. Гэтхелп, если ты бросишь щиток на танка, который держит трэш, то танк сразу сложит. Никогда не щитуй танка, который держит трэш. Понял. Вообще на этом бойсе нужно брать щиток, а не париться. Возьмите все огурцы. Вот сейчас с тобой есть, Саня? Что еще раз? Ты используешь... ты не используешь зев на Хонсу. Локи, у кого есть зев? Куплю, просто я забыл. Думаешь, кто-то этим парится? В смысле кто-то парится? Это ж локовская имба, блядь. Он не зев. Есть у кого приколы, блядь, я не успел зайти. На тебе приколы. Так же, 8, 4 это кусок, это 4. Чтобы молитва не зашла. Спасибо. Ладно, пошли-ка. То молитва на Петю залетит и будет шляпа. У нас подаван, да, основной танк? Да, подаван основной танк будет танчить. Трусах. Жига. Петя держит чисто трэш. Аюшка, давай рыбу ставь. Жень, ты на первой фазе. Сейчас ставлю рыбу. Сейчас. Не, поставлю. Я кидал Петя. Да была рыба. Будвесник, у тебя 2Т4 есть? Будвесник. Закиньте банки. 4Т4. Я на подаванный кидал. Вот, на двух холли палов киньте, и пускай РТД зону не прохиливают. Все. Панка вручную прохилить, в чем проблема? Давай. Вообще мощно будет. Холипалы будут стоять в пачке, и АОЕ хил будет очень хорош на всех. Давай, давай кину на гол хелп, кину. Килнекс, ты закинул. Килнекс, ты в притом на МК закинул. Килнекс, хорошо. Влад, закинь по бафке. МКшку. Я по Чернобылю, потому что дал. Ой, простите. Бузор. Все побежали в район трусов. Все нажимайте припоты, на третьей фазе тоже припоты. Здесь очень важен ДПС. Бурстите тоже по КД. Iron Warrior, блядь, сейчас кикну. Где твой сопрот? Выпивай сопрот, и где твое масло? Сопрот пей масло, не перед пулом, сейчас пей. 2 минуты лишние потеряй. Давай масло, ты на масло тоже перед пулом намажешь? Я что-то сомневаюсь, давай. Ну, сейчас и да, трусы переставлю. Не туда поставил. Вот. Да. Все. Готовность. На пол. Всех нужен будет хороший ДПС. Поэтому ДПСьте. Андрюха, дай ДБМ пол. Ассист, да. Да. Держи. Припоты приготовились. Нажали припоты. На пуле или моба, моба вышли справа. Ханты. Так, лучший край у нас был это 59% в прошлый раз. На первый веков. Блять, мне опять не показывает, когда трэш вылазит. Что за ДБМ, сука? 10 секунд, Егор. Угу. 5. 5. На поле ли мобов? Взрывание через 13 секунд. Андрей, дай БР по Егору.
Ну стой, секунд. меня нахуй выкинуло. Ну все, тебя выкинуло. Ладно, сейчас посмотрите, что делать. Good Help, беги в ром. И Iron Warrior, беги к рамбу. Вот, с разбит лужи, становишься перед лужей, ждешь боб. Трэш, уже хуярьте, чё стоите, блядь, все трэш хуярьте, я не понимаю, в чём проблема? Ты чё, мелких трэш хуярьте, мелких трэш хуярьте, большие сами зубы. Следующий kill next, бежит, Сацуна ему боб закидывает, под лужу. Женя, good help, поближе к трэшу подойди. Молодец, kill next, чё ты боб ждёшь? Не забегаешь на лужу, пока боб не закончится, падайте. Слышь, меня Винс запустила и на загрузке зависла. Что это за хуйня? У меня такое было в прошлом, когда... Потому что я зашел во время боя. Падайте. Короче, сразу же, блядь, закопался нуб. Вы сразу же идете пиздовать трэш максимально быстро, блядь. Появляется мелкий трэш, вы его точечно хуярите. Квадратик. Не стойте, не АФКшьте, ну, вообще не стойте. Две лужи разбиваются, ромб и квадрат. Все. Больше лужи не разбиваются. И поймите, ромб и квадрат это условные зоны, блядь. Там не точно в ней будет лужа, это просто условные зоны, чтобы вы просто ориентировались, блядь. Лужа может чуть слева, чуть справа лежать, блядь. Нет, товара нанесло. Это страшно, Монь. Нажимаем кнопочку, вернуться на кладбище, кого унесло. А, ща, у меня полностью что-то все в доны слетели, ща. Kill next. Ты как слушал, блядь? Короче, на тебя закидывают боб. Ты бежишь к луже, ждешь возле лужи, тебя закидывают боб, ждешь окончания боба, 2 секунды. Какой не было лужи, в квадрате лужа была, ты прям на нее забежал. Ты, вот точнее, не за нее забежал, ты забежал так, что он пробежал через лужу. Я релок, ты должен голову. Ты должен голову включить, вот Ануп идет из ромба, вот бежит из ромба. Лужа примерно не строго в квадрате, вот она была сейчас здесь, потому что в квадрате я не получилось ее сбить, потому что она летала вот здесь. Я ее сбил вот здесь. И ты забежал вот сюда, за лужу. И Ануб пробежал просто через лужу и разбил ее. Ты должен был встать вот сюда, в бок. Вот в эту сторону, возле лужи. Вот где я сейчас стою, прыгаю. Встать в эту сторону, стоять, ждать боба, на тебя закинули боб. Ждешь 2 секунды окончания, заходишь на... Короче, вы понимаете, дебил. Сейчас. Да он вроде все понял. Сейчас заслакает. Кто к него пикнул? Это Егор. Макс. Да я не знаю, тебе говорю, у меня, блядь, зашло это. Я когда сейчас, меня выбросило, еще... зашло в игру. Просто у двух человек только помощник. Поэтому я и сказал, Макс. Я и забыл. Где там Макс на распуск рейда, да? Да. Заходи, Макс и Нурки, и Паша Спин. Заходи. Все, мне слетало, Женя, сколько у тебя? У меня слетело все, у меня слетели все. У меня, да, у меня тоже аддоны слетели после перезахода и этого бага. А у меня нормально. Я просто половину кнопок из ротации выкинул нахуй с панели, потому что они двигаются этот раз. Петя, тебе надо помогать разбивать сферку или ты сам справишься? Петя, скажи мне хуйню, я просто у меня где-то на экране выкинул нахуй рекаунт, а я не знаю, куда его выкинул. А он типа есть. Как его сейчас? Сбросить положение. Сбрось позиция. Меню, интерфейс, модификация, находишь аккаунт, там есть 4 кнопки, переключить, сбросить позицию. Рекаунт находишь? Да, сбрось позицию. О, заебись, это скаунт. Ну мы там 70% Галина, плюс перевели, я что-то не успел посмотреть, нахуй. 72% был. Ну, 72%. Я перезагружу, зайду. Ну, как мало, в прошлый раз было 69, нормально. 68 через закапку было в прошлый раз. Я за припотами, короче, поехал. А, ты на шкаф.
Я тоже. Я тебе кину. Галин, заходи. Она сказала же, комп перезапускает. А, ну она просто в дичь уже. Через телефон, может, зашло. И купите припоты все, тут ДПС нужен очень сильно, иначе просто придется менять у кого мало ДПС. Эдди, а зачем тебе банка на силу, или ты потом перебьешь? А на чё выпиваете? Сопрот. Ну... Сейчас сила профитней. Ну на ласфазу обязательно будет сопрот, если на тебя метка упадет, чтобы там, блядь, там не охуели все. Это под двумя частицами он хуй упадет, блядь. Как я понял, чем меньше... Мы заебали вот все спорить, вот честно, вот я не знаю, вот не в обиду всем. А. Всех построишь потом. Смотри, эти мобы бьют больнее, когда меньше хп у танка, правильно я понимаю? Нет. Нет, они просто, чем больше мобов, тем быстрее бьют. Все. Смотри. Но... Когда у меня фулл хп, они меня не пробивают вообще. Когда у меня начинает уменьшаться хп, они начинают меня пробивать. Да не, они тебя пробивают не тоже меньше хп у тебя. Они просто настакиваются кучей и становятся, и все. Ну, от кучи, это у них увеличивается скорость атаки в два раза. При наличии моба увеличивается скорость в два раза. Потом при каждом уроне они настакивают баф на себе. Но они по мне урон не наносят, так как я все в блок увожу, и на мне ничего не стакается, на них ничего не стакается. Они просто автоатачат быстро. У тебя этот МСБТ стоит или без МСБТ? Я ж тебе, смотри, Валипед, я тебе говорю про то, что типа получается, вот, когда... вот эта хуйня рассчитана, короче, сейчас, чтобы ты, как они правильно говорили. Короче, на два пака, третий пак уже частично контролируется. Ты, блядь, в прошлый раз вообще начал 4 пака, понимаешь? Ну. Но эта хуйня настолько уже не рассчитана. Плюс на тебя еще метка как бросается. Смотри, это там пиздец. Сейчас был один пак, и мне копатели по 3 косаря в лимонивой. Ну, значит, при половине хп. При половине хп. Ладно, подписывайся. Притон, заходите и будем начинать. Честно, я не могу словить линию, типа, вообще, вот, разговора, к чему вот это мы разговариваем про ХП и сапрот. Я не понимаю. Я ничего не говорю тебе про сапрот, я говорю, пытаюсь понять. Я сейчас туплю, вот честно, я сейчас туплю из-за того, что я такой проснулся. Если по тебе хоть одна... Будем разговаривать, ребята. Или пробовать бить. Давайте, что стоим, ждем, погнали. Так что двоих нету, чем мне просто перебивать. Я даже не могу сказать, чтобы они заходили, потому что перебивать буду вас. Заходите. Притом... В смысле, блядь, сказал заходить, и все, в чем проблема, Саш? Ты я чё? Понял. Андрюх, все, я понял. Да мне уже просто кричать задолбало. Андрюх, я понял, почему они меня пробивали, все, просто. Они, когда их не напулили, они тогда просто шотнули двух человек, после этого пришли ко мне, и они по одному стаку уже имели, и поэтому урод проходил. Все, я понял. И сейчас по рейду боуки прошлись, пришли ко мне уже настаканные, поэтому они меня прошибали, все. Я понял. У меня опять вов эррор выскакивает. Что это за пиздец? При выходе из игры? Нет. Вот просто я бегал, бах, вов эррор, все. Как и с напулом было. Я одного моба напулил, все, потом вов эррор. Ну, это какой-то аддон. Ну да. Либо обнова хуево стало, и все. Что за аддон Алиган? Это сетка. У Эрихейма, который ты скачал. Он еще говорит, ты кэш удали. Попробуй. Это комп перезапусти, а потом Windows переустанови. Кстати, на новое железо сразу. Почему так часто пропадаешь?
у меня, блядь, половина аддонов устаревших, нахуй, как говорится. Да, там похуй, потому что сервис типа... Ладно, похуй, это там вот. Ты заходишь, Зань, напиши, пожалуйста. Все, зашел, Егор заходит, Дэнь, заходи, будем начинать. А что рыба еще не двигается? Смотрите, Ануб выбрал цель. Это обычно. Ануб выбрал цель, ребята. Ануб выбрал цель, все остальные перебежали за крест и начинаете сразу же играть по трэшу, особенно по мелкому. Через АОЕшки. Бежит только два человека, ну и третий сбивать это я бегу. Сферки. В ромб и квадрат. Первая взрывается в ромбе, вторая в квадрате. На второй фазе то же самое. Ромб, квадрат. Это не строго в ромбе и в квадрате. Но после второй закопки вообще, возможно, будет где-то справа от ромба. Не скорее всего, почти 100%. Сбита сфера. Так, рыба есть, да? Ну-ка, раздайте там заново. Тоже все припоты пьют, все ДДшные фласки. Ой, не сопроты, точнее. Все брусты по КД нажимаете. Масло, чтобы было. У всех также. Все, готовность, побежали на позицию. Катя, Женя, Сосуд. Обычная рыба, да? Это я настраиваю эту Женя. Блин. Да кто эту рыбу поставил? Зачем она вообще? Сейчас. Ешьте рыбу, поставим нормальную рыбу. Вон, прыгаю, маг, здесь прыгаю, где? Купите нормальную рыбу. Кто на меня щиток повешает с земли? Давай, скибиди на Good Help, а буревестник на Майлика еще. А дай еще столик. Худеть надо, да. Столько есть, вредно. А зачем вы на хэпал вешать? На себя вешать или пиздец, и все? Не, они-то там без маны останутся. А, да, а капалы меньше будут получать сбитие коста. Помимо этого хилить еще всю зону, ну, где обычно все стоят. Я понял, понял. И щит маны ж не могут связать. Это да. Всё. Да тактика галактика. Чернобыль. Чернобыль, все Iron Warrior, все готовы. Готовьте припоты свои. Андрюха, давай добавим пол. Готовьтесь, мобы сейчас будут. Егор и второй хант мобы, Ренесаны. А чё это? На пул, на пул. Владюха, забери моба, моба, Владюха, забери моба. На пуле его. Застаньте, застаньте его. А теперь подводите ко мне. Отцепите, я грипану его, отцепите. Я затаунчу. Забрал. Приготовились, скоро через 6 секунд еще мало будет. На пол отдали. Взрывание через 19 секунд. На пол. Еще один мол бежит. Егор, ты вылетел? Грипану его сейчас, готовься. Грипанул, таунти. Застаньте, застаньте. Без конца будет. Все, побежали. God Help сразу со мной бежит. Killnex бежит в ром. У меня интернет сейчас дропает. Стань бежит рамбу. Нет, Егора выкинуло. Жди Боба 2 секунды окончания, вот так, молодец. И заходишь, когда 2 секунды будет. Зашибись.
Блять, я приношу... Постараюсь под шипы протанчить эти шипы. Блять. Долго били трэш, очень долго, но... Егор был, да, плюс урона падает. Да похуй там Егор, не вор, я сейчас смотрю, ребята, вы должны, блядь, трэш максимально быстро слить. У нас типа вот до второй метки трэш уже не должно быть большого. И еще такой момент, как максимально долго, смотри, 2 секунды ждёшь скилл мет, или как там тебя, и не только kill next, и все остальные тоже. Падать. Просто задача максимально долго там продержать. Обнова была какая-то нахуй на сервисе? Да, был. Вчера была. Сегодня не было. Ага, у меня опять игра повисла при входе в комнату обратно. Аналогично. Да, сломали. Да, я просто... Да вы не захотите тратить времени, и всё. Просто не спешите заходить. Пока никто не сдохнет, следующий не сдохнет, еще пару секунд подождите и заходите. Потом бы. Спешите. Вот поэтому у вас игра и зависает. Войт, смотри, я тебя буду озвучивать, ну, насчет PS. А первую просто с пула, вот прям по таймеру. Ноль и все, и давай. Давай, просить не было бы... Просто со старта закинуть посмотри, бафки, да и все. Смотри урон по нубу и все. Короче, мне надо релов тоже. 2-3 минуты. Ой, 2 минуты, ребят. Пока там все заходят. Ну. Ну вот у Макса 960 тысяч по нубу, у тебя 1112. Да. Миллион. Чернобыль, нажми вернуться на кладбище. И подожди немного. Не, ладно, похуй, делайте, что хотите, честно. Смотри, Влад, ты же бурту я свою прожимаешь сразу. Все в порядке, я говорю, просто делайте. Нет, ты просто расскажи, как ты делаешь. Ты бурту сразу же свою прожимаешь. Когда тебе ПС-ка закидывается, ты нажимаешь мощь тайной, да? Или не нажимаешь? Да, закидывается туда. Сейчас это не работает, потому что это надо разговаривать. Ну хорошо, так смотри, у тебя же мощь потом уходит у тебя в КД. Саш, ты первую даешь. По-любому, ты же два раза не успел. Ты даешь под лед, третью ты даешь под ПС. И так это чередуется бесконечное количество раз. Да ты успел. И это понятно, ты успеваешь два раза мощь тайной магии взвинуть, пока нуб не зарылся. Не про это? Нет, причем нет. Ну так а смысл тогда? Так а смысл давать тебе ПС-ку тогда, сейчас объясни. Еще раз. Ладно. Все, просто. У нас есть дэмэдж. Вот, он у меня больше сейчас. Ну, так смотри, ничего же не поменяется, если ты нажмешь с тылой кровью, а просто добавится дополнительный урон, то что Макс получит ПС-ку. До зарывания нуба, а после зарывания у тебя своя стылая кровь опять откатится. Хорошо, да. И ты опять нажмешь с ПС-кой. Я не буду спорить. Не, ну так ты сейчас, если я не прав, поправь меня. Я же не... Ну, спрашиваю тебя. После рейда. Хорошо. Окей. Короче, закидывай вот сразу бафки, пожалуйста. Он Джуков хочет бурс установить, что непонятно. Не. Ну тогда нахер не кидайте вообще. Так смотри, Песня не работает стылая кровь вместе с ПС-кой. У него он нажимает ему дают ПС-ку, он нажимает мощь тайной магии. Потом он уходит в КД. Потом он взрывается, а просто нажать стылую кровь бесполезно. Без мощи тайной магии. Так он после ПС-ки, наверное, нажимает стоит. А так смысл уже закончится, буста от мощи тайной магии. А просто так я типа без мощи не нажимаю, что ли? Ну, смысла особого нет. Ну, как бы бурстанет по урону, но не так сильно. Так у нас все сидели, чего-то ждем. Ждем Андрея. Так. Я бафки МК закину. Влад, закинь Чернобыль. А Андрей уже здесь. Вот тоже. Вот зачем Чернобылю? Моёмка. Опять. Можно просто посмотреть дэмэдж. Фан.
Нам дэмэдж по жукам нахуй не нужен. Похую на него. Дэмэдж по нубу. 790. 790? У Критона 10. Меня крита не так уж и намекает, много. Намекает, что вам проще обменяться. Типа. Я намекаю то, что я не так часто критую. Вот в чем дело. ИМК будет время. Он же афлик, во-первых. Типа он афлик, типа, понимаешь? Он только дамажный. А черновая или африка? Ему нахер не надо. Ну закинь тогда мне или другому магу, либо тому, кто больше критует. Вот и все. Ладно. А вы что, решили до лад ебаться или что нахуй? Нет, просто рефери. Так, Андрей, что мы ждем? Скажите, время идет, блядь. Уже сидит. Кто не вошел опять? Пока они все рассуждали, я успел аддона настроить. Давайте. Блюпеть, буревестник, что есть? Кто там шкорчит? Кому микрофон? Жека. Ты здесь? Бурипашка, ты здесь или нет? На рыбу еще одну. Вон она стоит на куске. Ой, вон ломка. Вот она, блядь. Вес. Рыбу быстрее, будем начинать. Я нахуй, короче, выключил все аддоны. Надеюсь, ничего не выбросит, нахуй. Я что-то не уверен, что это из-за аддонов. Все, готовы все. Проверяем. Андрюха даст добавим пол. Все, все готовы. Давайте добавим пол. Поехали. Или мобов, Егор. Что-то не напыливается, Егор. Кодован, ты нажал в стойку там? Падайте. Падайте. Ай, блядь. Что это было, блин? Сорвали. Че, все, можно? Так а че ты? Да, теперь можно. Я нахуй, ну типа, если ты сломан, так нахуй ты пулишь босса, типа, готов нажмешь. Скажи, что надо починиться, я не понимаю, вы че? На приколе. Да ладно. Вон жив стоит. Да он стоит. Андрюха. А. Легион, легион. Тогда. Я мне осталось, короче, знаешь, что сделать? Это подавление боли, найти, как настроить. Я не могу, блядь. Мне надо, типа, именно это. Чтобы я видел, сколько у меня это. Абсорба висит. Ничего себе, что ты захотел. Рыбу хаваем, поебите, пожалуйста, господа. Приятного аппетита. Благодарю. Арта Спирит. Чё с тобой там? Чё в миру побегу на месте? Егор. А чё у тебя не напуливается? Я ебу, бля, чё за хуйня сейчас была? Ну, перед Люстрой тоже что-то не напугивалось.
Джисон, починитесь все уку. Даже если не сломаны, починитесь. Я уже сломан. Да что-то он не курит и все, но... Ну, не курит. Я не знаю, что это за хуйня, блядь. Чем все будет? Может, с ними один шмон мочу, когда автоатака забалась, я хуй на что-то, понимаешь? Что-то он... Нет, там вообще, он наносил урон, но не пулилось. Сам на пул заканчивался уже. А мобы похуй агрились на меня. Я не знаю, с чем это связано. То есть, во время, вот, когда на мне еще висит на пул, я даю, короче, в моба прицелку, закастываю верный, и он агрится на меня, но пул еще висит, агр на мне. Я не знаю, что это за хуйня, блядь. Попробую еще раз пульнуть. Точнее, давайте попробуем. Они фиксанули они эту шляпу, чтобы два ханта одновременно напуливали, а? Да не, это все работает. Как мы в прошлом раз ходили, все же нормально было. Ну а сейчас, видишь, два трая и два раза мобы не пулились. Ну первый трай нормально же был. Ну, тоже верно. Значит, я лох. Точно. По очереди кидать времени до хрена. Бред. Ну ты же сам он свидетель, я прожал на пул, нахуй, в моба да, стреляю, а он не бежит на тебя. Я видел, видел. Пробовать бить. У нас же вылетел один человек. Уже зашел. Галина, беги под босса. На всех лапка висит. Ребят, кто как... И еще раз на всякий случай. Все, ты готов, Андрюх, давай на пул. Ой, ДБМ пул. Мобы вышли. Говорите за 10 секунд про трэш, пожалуйста. Да. Ну вот 10 секунд как раз и было. Пулы как раз там дали. И 8 секунд взрывания. По ДПС лучше, кстати, идем. Good Help, бежишь уже? Притон? Побежал с Good Help. Все остальные играют по трэшу. Через ОУЕ. Сверку разбили. Так, хорошо. Следующая сверка в квадрате. Мне не показывает кого, почему-то. Okay. Галина, Саня, закидывай. Все, сбежали все служи. Все служи сбежали. Следующий человек просто выбегает в сторону речки. Бойчик, Мурчик. Играют все остальные по мелкому трэшу. По цепи не лезут. Трэш точечно быстрее убивает, блядь. Играли по трэшу мелкому, пока ведут ануба. Все по трэшу мелкому доиграли. Кто может подстанивать, подстанивает. Жуки. На жуков больших на пол.
Дальше следующий бежит Майлик. Тоже примерно в рамбе. Потом, похоже, у тебя будет задача где-нибудь мне плюс-минус в квадрате грипнуть лужу. Она будет глубоко взрываться. Когда я пойду после рамба, забью. Понял. Вот когда Ануб закопается, пройдет. Все, понял, окей. Ануб закопается. Одна пройдет квадрат за стене. Хотя есть. Значит, пойдешь где-нибудь найдешь. Есть, я видел. Нужно не строго в квадрат, плюс-минус где-нибудь. Понял. Квадрат было 44, по-моему, процента. Мне так же, да. Куда вы побежали все? Я только сказал людям назначенным, которые бегут. Вот нахуя вот эта сферка вот? Аккуратно, тут сферка внизу. Не сбей, не сбей, не сбей. Рано, килмета. 2 секунды. Что, следующую сферку сбиваем. Галя опять. Смотрите на земле, которую сферы не разбейте. Сейчас он упройдет. Больше урона дайте в трэш. Галина. Она боб стала. Готовь зубы, Саня, готовь на следующую зубы. Прожми эту. Сейчас подойдет тебе шипы, прожми, короче, это. У нас сферка есть еще. Че ты побежал туда? Все, дайте БР по Галине. И по мелкому трэшу играть. Андрей, давай по Чернобылю. Андрей уже дал, блин. Я дал сейчас по Венгрию. И ребаф их сразу. Большой трэш. Мелкий трэш убейте, мелкий трэш при этом добейте. Мелкий, не босс, а трэш, блядь. Одного бродячего там законтрольте. Он сейчас выстрелит кого-то. Кучу станьте под боссов, кучу под боссов станьте. Андрей, Егор, приготовься напуливать еще выше не могу. Даван, готовьте скоро, он будет ты первый отдавать. Мастера Урса, Сасуна первый отдает на лед. Хан, подойди поближе. Хан. Бегу. Ну, прям так. Потом отдавать. Отдавай под лаван. И моб у нас под нами. Фернул. Теряй его, Саня. Хиляйте там как не себя. Минус один уже. Жми, God help, мастер сокру. Не забывайте про реки, не про реки, про бурцы. У меня ДПМ полностью забагался. Майлик, жми. Мобы вышли. Иннер, Андрей, по-моему, good help. Куда Иннер? Мобы пришли, 2. Одного я вернул, ой, ты взял, пока я. Что? Мобы не выиграли. Мы без одного скилла еще были. Ну, 14%. Был бы еще буревестник с нами, так затянули бы. Так, смотрите. Еще раз повторяю, у нас есть 3 боба. Четвертый боб, мы не ловим лицом. Галина, ты должна была на лужу добежать. Сразу. Да старайтесь не забывать, а тут все забывают. Кто-то забыл, кто-то еще забыл. И пошла такая хуйня. Паша, заходи. Слышь, а почему на третьей фазе они нахуй были напулены, но все равно съебались после напула? Они добежали до берега, потом съебались. Подожди, забыли сказать. Good help и Майлик, вы на себя сальву закидываете где-то на процентах.
31% у босса, 32% закидываете сайлем. Это хуйня. Заходи, Паша. Тут не поможет. Агрони они здорово генерируют из хилов. Женя. Чё, Женя? Ну, Женя больше хилит. Соответственно, больше агра, наверное, создаёт. Илнез, заходишь? Напиши в дичи. Да, нет. У меня критической скорости не хватает на паладине, на моем. Выходите рыбу. Бегите. И будем пулять сразу. Женя, good help подкатился, боб у тебя? Да. Все, все тоже самое, смотрите. Чтоб сапроты были выпиты. У меня 900. А что нам не взять? Ваню, короче, и вкопали, типа, он же нами был, и, блядь, и Малик, аспектный Фредди. И было бы 4 паладина. Что, вот на замену отпускать? В смысле отпускать? Просто нахуй пинком по джопу дать, и все, пошел нахуй кто-нибудь дамажить там. Нет. Типа, ну, конечно, любя, типа, ну, чтобы парень понимал, что он слабый. Там, ну, смотри. Стоп, начнем с того, что я не вижу сейчас, кто дамажит, кто не дамажит, у меня забагались аддоны, даже не видел, в кого оно ходил. Ну скажи, кто этот человек, и поменяем на Ваню. Самый низ, NPC, Паша спирит. Ну да, 7000 это мало, на самом деле, для Ануба. Этот, Леха. Я умер просто на последней фазе, меня не похилили. Все равно. Ну, последняя фаза, это понятно, почему. Ну, так, а на первой фазе у меня 8,5-9 было. Я понимаю, но все равно, так это ж понимаешь, что тут десятка минималка. Может, ну, если вам проще паладина взять, он лучше его на замену кинуть. У Джипси всего лишь 1,5 миллиона Ануба, у всех по 2. По 3. Короче. Если из-за ДПСа, то давайте я уйду. Смотри, ты только спать не ливай, ЕП тебе в любом случае начислится. Ваня, зайди на хэпава, Мэрик, давай. Так как мы без ханта будем? Может, с хантом лучше? Мы с хантом, я просто перекидываю пати. Чё вы, блин, сразу окей, начинаете? Ладно. Конечно, с хантом. Я, если честно, вообще был бы рад уступить, вот честно. У нас не хватает ДПС критической. Уступишь, а потом на грила магика ХМ ходить не будешь. Чего бы и нет. Ну, не будет. Мы. А он Егору говорит. Еще пойдем. Типа сейчас, пока и состав лучше, надо всех более-менее проходку сделать. А там уже так. Помните, вот сейчас это будет 4 боба. Первый боб кинет God Help, второй Сацуне. Третий боб, 4 кнопки, четвертый Майлик. Майлик сейчас не забудь, что ты кидаешь боб четвертым. Огурцы поставьте, возьмите все огурцы. Алюминиевые огурцы. Поставьте, ставлю рыбу. Купите все рыбку, кто не купил. Будем запускать. Бля, короче, на третьей фазе кто может контролить сразу, блядь, смотрите лево-право, если моб съебался, сразу в контроль его берите, пожалуйста. Да, сейчас кину, Макс, ну, тебе. Ну, забывай, что у нас СС еще есть. Да, СС зальешь на хилов, если кто, наверное. Короче, ну, будет. Типа, касаем на пулу, вы сперва нахуярите по мобу, там, блядь, пару пулю, потом напуливать, вы не вставайте сразу на пулу и, типа, и хуярите. Вань, саппорт есть? Нет. В смысле, нахуй, пару дай пулек? Обмен. Куда? Где-то у нас. И масло ему вроде еще надо. Ну, чтобы влить в моба больше дамага, чтобы у тебя было больше агра по мобу, у тебя прилить его. Ну, так огромно. Так, масло не критический, вот саппорт критический.
Все, короче. Агро от следующей атаки и последующих. Но не до этих агро. Не учитывается нихуя. А, я понял. Значит, я не знал, как правильно работает. Баша, буревестник, ты тут? Короче, не знаю, как у вас тут, но у вас вот этот моб, который вот отсюда выходит, ближний, он не напуливается, в принципе. Его тупо шаклит, хиляет, и все на этом. Да тут, Ваня, смотри, тут не получится так, потому что, короче, ну, одного зашахты, окей, типа, а тут мы получаем себе босса, на него пулят 2 или 3 пака, понимаешь? Настолько долго бьется босс. Так 2 или 3 надо шаклить, ну, 2 или 3. Все, короче, давайте готовность последняя. Звезда стоим только. Один. Галина, буревестник. Буревестник опять вылетел. Да ебаный нас. Паша, ты это построишь или нет? Напиши 10. За тебя сейчас ждем тебя по 10 раз. Да, нет. Нет, то будем добирать из тебя кого-нибудь. Паша. Надо ждать, может, поменяй на джинсы. Чего кликает? Чё тебя кикает вообще? Просто выкидывает в главное меню, выкидывает из игры. Чтоб помогли люди тебе, сказали, что делать. Ты обновление сделал? Нет, лагает. Ну так... Короче. Если выкидывает в меню, это не нет, я согласен. Он, а игра может залезть, но в меню не выкинет. Знаешь, такое ощущение, как будто кто-то на его аккаунт заходит, знаешь, в меню выбрасывает. Да, либо на твой аккаунт заходит, либо у тебя кривое обновление, все типа. Ну, на аккаунт заходит, это можно в личном кабинете быстро проверить. Там вот точки входа. Чекнуть. Покажу тут морозевку. Ладно. Подгапают сопроты. Давай пробовать так, если не решит, возьмем джипси на барспирит спирт. Чернобыль. Все, все готовы, Андрюха, запускай. Частицу на хипе. Да, частица на пяти будет уже. Бля, пожалуйста, озвучивайте трэш, потому что ДБМ да, это хорошо, не позор. Хорошо, хорошо. Следующий через 22 секунды. Через 8 секунд, Егор. 5. Будет полтора. Взрывание через 12 секунд. Через 3. Следующий Сацуна. У меня.
трэш точечно ходит. Да, мне не показывает, сколько время Боба. Кайтите сейчас, нет, просто кайтите. Сапоги нельзя сжать, да? Можно. Можно, можно. Баблони, если что. Когда, к тебе под... Когда подбежит, ты нажмешь сапоги к тебе. Готов байбл, если что. Байбл. Если подойдет, жми. Да я не успел. Ладно, ничего страшного. Сейчас подниму. Катя, поднимешь ты. И сразу ребаф его. Моба. На мобов. Ребаф сразу его. И инер залей. Кать, сразу в него. Дала. Жень, Диману восстанавливай. Под ванну поднимите на пол. Тотем на природу поставьте под босса. Спеть, и частица спала. Ну, обнови. Нет, я не... Моя-то висит. А я не... Обе висит. На третью фазу обязательно повешайте. Помощник Егор, готовься на поле. Дальше мой лик без 4 кнопки давать, Боб. Четвертый мой лик. Скоро будет взрывание. Еще где-то 10 секунд. God help, Жень побежал в Red Room. Там возле ромба будет сбито. Аккуратно отойдите, шипы сейчас могут пройти. Дадут? Где сферка, ёбана, не грипнули. Смотрите, сейчас сферка не в квадрате, если что. Следующая цель. Притон. Трэш максимально. Только на лужу не забеги, притон. Поверьте, быстро, да. И отбегите все туда, в сторону речки, чтобы было ближе больше бежать. Оттуда трэш играете по трэшу, к центру ближе сместите. Притон, ну ёб твою. Беги, друид. Кто а уже не бежал? Бежать, оно быстро полетело. Зайдите под хипы. Хорош, подаван. Бухой же. Да, все. Все, падай. У БРов нет? Все в человеке. А, смотри, один БР потратил. Хил упал, и два ДД. Нахер вы дождиками поливаете? Просто упадите и все. Точечно их убить нет? Нахера дождики поливать? Нет. Сколько? В 12 целей, как думаешь, точно? Нет, я про мелких. Вот сейчас три мелких стоял, дождик лился. Хватит говорить. Я дождиком не лил. Там лок какой-то бил, либо Чернобыль, либо Бавка. Два лока, но я не думаю, что это Макс. Золотой дождь. Нет, это я бил. Так, Макс. Короче. Да ладно, я сказал, что лайпаемся, так нормально. Жень, падайте. Встали, быстро поели рыбу, заново пуляем. У локов дождик работает. Ты молодец. Ты мне вообще похуй, я хостовый лок.